Врачи-ветеринары из частных и государственных клиник нашего городского округа собрались на Мытищинской станции по борьбе с болезнями животных. В ближайшее время среди этих 14 участников выявят лучших. Нам врачи предоставили материалы, что они делали, какие сложные манипуляции проводили с животными, сложные случаи описывали, представляли фото-видеоматериалы своей работы. Это первый этап, значит, будет оценен по шкале. Второй этап – это оценка теоретических знаний в виде тестирования и в виде вопросов ситуационных, которые должны будут они описать случай и поставить диагноз по случаю. И третий этап будет практический. Четвероногих питомцев хозяева записывали на прием к конкурсантам заранее и анонимно для объективности. Участники соревнований будут проводить манипуляции в области хирургии и терапии. Кроме того, состоится ветеринарно-санитарная экспертиза. Среди членов жюри представители Тимирязевской академии, Сергиево-Посадского сельскохозяйственного колледжа, а также Мытищинской станции по борьбе с болезнями животных. Я думаю, что в этом году больше будет участников, чем в прошлом году. Но если брать результаты прошлого года, конечно, примечательно. Мне приятно об этом говорить, что лучшими во всех номинациях были специалисты нашего государственного учреждения ветеринарии Московской области, Мытищинская станция по борьбе с болезнями животных. Как рассказали эксперты, в этом году задания будут более творческими. Профессия врача не терпит шаблонности. Победители будут представлены денежные призы, грамота, почетная грамота главы городского округа Мытищи, и их фотографии будут размещены на доске почета на нашей площади. Александр Александрович, Сергей Федоров, информационная программа «День».